В честь Дня России военнослужащие Росгвардии организовали в оздоровительном лагере на базе 56-й школы Мурманска детскую игру-викторину «История страны. Моя история». Дети отвечали на сложные вопросы, показывали свои знания о родине и отгадывали загадки. Ребята узнали интересные факты о возникновении праздника, историю символов России, герба, флага и гимна. Цель акции – формирование у школьников чувства любви к родному краю и стране.